Футбольная лихорадка не обошла стороной Петропавловск. Юные спортсмены не хотят отставать от мировых кумиров. На стадионе «Жастар» уже 2 дня за звание лучших состязаются ребята из всех районов области. Победители будут играть на республиканском турнире. Подробнее в сюжете Дарьи Пышмынцевой. В глазах огонь и желание побеждать. К ежегодным областным соревнованиям по футболу юные спортсмены готовились не один месяц. На кону поездка в Алматы и Тараз. В этих городах пройдет республиканский этап состязания. Вот этот раз мы проводим среди участия рождения 2007 и 2008 года рождения. В прошлой неделе проводили 5-6 год рождения. Принимают участие все районы, которые культивируются футбол. Также городские школы – это «Женгс» и «Жастар». Также футбольный центр. На поле команды из Мамлютки областного центра с начала игры инициатива была на стороне петропавловских футболистов. Но и соперники старались не отставать. Упорно пытались пробиться к воротам противника. Повезло городской команде. Счет 8-0. Игра была хорошей. Противники были... у них было достойное сопротивление, но с нашими усилиями у нас все получилось. Мы хотим занять первое место в области и поехать на республиканский. В нашей области популярным видом спорта занимаются больше 1000 ребят. Работают 28 футбольных школ. Дарья Пышмынцева, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК.